В Серпуховский комбинат благоустройства поступили три новых единицы техники. Автомобиль ГАЗ, грейдер и газель. Это второй грейдер в гараже комбината. Первый работает уже порядка 10 лет и с трудом справляется с объемом работ. Поступил к нам грейдер зимой для уборки снега, нарезки снега. Летом дороги будем строить. Газон. Это у нас для перевозки сыпучих материалов, а также уборки веток, мусора. Газель – это для перевозки наших бойцов, дворников, уборщиков. Чем больше техники, тем быстрее мы выполняем работу. 8 февраля к нам поступит еще 3 единицы коммунально-дорожных машин, которые позволят нам убирать город быстрее и качественнее. Всего в комбинате благоустройства 129 единиц техники. Ежедневно на линию выходит порядка 60. В прошлом году на службу поступило 2 «Соболя». В этом году ожидается 14 единиц новой техники, приобретаемой муниципалитетом. В их числе автогрейдер, 3 комбинированных дорожных машины, 4 трактора, 2 «Газели», автовышка, манипулятор, ломовоз и самосвал.